Медиагруппа «Авангард» представляет. Однозначно полезное участие экспертного сообщества в деятельности по нормативному регулированию. Экспертное сообщество позволяет адекватно подходить к регулированию рынка и требовать от производителей и эксплуатирующих организаций адекватного выполнения требований по информационной безопасности. Диалог с экспертным сообществом является позитивным. Существующая платформа, это первое, о которой хотелось бы сказать, это Технический комитет по стандартизации криптографической защиты информации ТК-26, который занят в области нормативно-технического регулирования криптографической защиты, в том числе использование средств электронной подписи, протоколов, защищенных протоколов взаимодействия. Коллеги из Минсвязи сегодня сказали об возобновлении работы экспертного совета по электронной подписи. В этой связи экспертному сообществу целесообразно обратить свой взгляд на этот экспертный совет. Ну и немаловажным инструментом при подготовке документов, нормативно-правовых документов, является элемент публичного их обсуждения. Поэтому именно на этом этапе надо подключаться к деятельности, связанной с нормативным регулированием. На наш взгляд, кажется, что тех элементов, связанных со стандартизацией, с нормативным регулированием, на текущий момент времени достаточно. Текущий PKI-форум, точно так же, как и все те предыдущие, на которых я был, показывают высокую эффективность организации, его организации. Привлечение значительного числа и многообразия участников в процессах, связанных с созданием инфраструктуры электронной подписи в Российской Федерации, как регуляторов, организаций промышленности, которые создают средства электронной подписи, средства удостоверяющего центра, а также организации, которые их эксплуатируют. На мой взгляд, текущая организация очень эффективна, и единственное, что можно пожелать, — двигаться в том же направлении с теми же усилиями.